Всем привет и добро пожаловать в мое бодрое утро с Викторией. Друзья, сегодня я вас не привезла на какое-то красивое море или в какой-то чудесный город. Я вас сегодня привезла на ферму. Мы в чистом поле практически находимся. И здесь небольшой такой магазин овощной, то есть фермерский. В этом магазине мы обычно покупаем хорошие овощи, и здесь необычайно вкусная картошка. Вот кто у нас не пробовал этот картофель, все всегда удивлялись, всегда спрашивали, где мы его покупаем. Так вот, давайте посмотрим, где мы сегодня, что у нас есть. Смотрите, здесь огромный ассортимент любых овощей, и сельдерей, и порей, и разные луки, и каштан, и картофель 5 видов, посмотрите, разная расфасовка, и тыква тебе тут, и ну, абсолютно полное изобилие. Все расфасовано, все красивенько, все чистенько, но самое интересное, друзья, то, что здесь нет продавцов. Ты берешь, к примеру, яйца и кладешь денежку вот сюда, в этот бетон. Полное доверие, вы представляете, как классно. Или же мы можем заплатить, в Дании очень популярна такая система, которая называется Mobile Pay. У нас у всех в айфонах или в телефонах есть такое приложение, мы набираем просто номер, который здесь указан, 4509, к примеру, и отправляем цифру ту, которая, на которую мы купили. Если же мы расплачиваемся наличными в этот самый бидон, кладем денежки, да, то здесь лежат, ну не знаю, тут крон 200, мелочью, то есть мы можем еще и взять, если у нас 100 крон, а стоит 25, то мы можем взять сдачу вот с этой волшебной коробки. Вот такие вот дела, просто я обожаю эту страну чудесную, Данию, и вот это доверие, когда все, свобода, пожалуйста, под личную ответственность, как называется. Но, как всегда, я должна ответить на какой-то ваш вопрос, но раз дело пошло у нас о картошке, то давайте поговорим о этой самой картошке. Меня очень часто спрашивают, можно ли есть картофель при похудении. Друзья, у картофеля очень высокий гликемический индекс. Кстати, посмотрите мое видео, я там конкретно говорю, что такое, как эта шкала, измерение, как повышает продукт, уровень сахара в крови и так далее. Это все у меня есть это видео, я дам вам ссылочку. Поэтому если у картофеля очень высокий гликемический индекс, то при похудении кушать его лучше не нужно. Когда сырой картофель, где-то 40, по-моему, по шкале гликемического индекса, но как только он обрабатывается термически, жарится или варится, или парится, то уровень этого самого гликемического индекса подскакивает до 85-90. Поэтому лучше не есть картофель, когда вы стройнеете. Но все мы люди, нам всегда что-нибудь, иногда, во всяком случае, хочется чего-нибудь вкусненького и той же самой картошки, да? Мы же не должны жить в тюрьме постоянно, мы должны себе иногда это позволять. И как я говорю своим клиентам, особенно те, которые больны диабетом второго типа, да, или вообще диабетом, то если вам захотелось картофель или пюрешечку, то замочите картошку на сутки в воде. И выйдет вот этот весь ненужный крахмал из картошки, потом можете ее порезать меленько, тоненькими слайсами такими, просушить и в духовке запечь, как чипсы. И это будет гораздо более полезно, чем вы просто возьмете картофель и обжарите его в сливочном масле. И то же самое можно сделать и с пюре. Так что все можно иногда в охоточку, но не нужно злоупотреблять. Вот такой у нас получился сегодня утро. Такой рассказ получился. Спасибо, что заглянули ко мне и в этот прекрасный магазин. И до новых встреч. Задавайте ваши вопросы. Всегда с нетерпением их жду. Всех вам благ. С вами была любящая вас Виктория. Пока!